Здравствуйте. 5 июля, четверг, день Юпитера. 22-й лунный день с элементом железа. День благоприятный для людей, родившихся год тигра, кролика, обезьяны и курицы. Хорошо в этот день совершать добродетели, подношения, постигать науку, новую профессию, изучать языки, астрологию, проводить обряд джапты, собирать долги, брать в долг, ставить закваску, усмирять врага, подавлять нечисть, а также для жесткого решения некоторых вопросов. День неблагоприятный для людей, родившихся год коровы, дракона, овцы и собаки. Нежелательно приводить невестку, отдавать в невесты, а также проводить похороны и поминки. Отправляться в дорогу к разочарованию, задуманное не получится. Стрижка волос к удаче, приятным находкам. На верхней березке Цокчин Дугани с 9 часов утра пройдет хурал Цокчин. Дуньхар Дугани, Гомба Гонгарсахи Сны, Деважин Дугани, Очарвани Сунды. Делайте добро!